Всех приветствуем, друзья. Мы находимся в Турции, в регионе Алания, в отеле «Дельфин Делюкс Ресочи». И сейчас покажем, какой пляж в этом отеле, потому что многих интересует это. Вот мы проходим сейчас от бассейна основного к пляжу. По дороге встречается здесь нам бар. Есть душ, кабинки для переодевания, еще один пляжный бар. Слева и справа расположены вот такие вот бунгало под пальмовыми листьями. И далее идут лежаки под тентами. Есть небольшой пирс, на пирсе также работает бар. Пляж галечный, поэтому для подхода к морю сделаны такие деревянные настилы. Есть местами при входе песок или мелкая галечка. При входе будут небольшая полоска идет камушка. В принципе, можно и без обуви дополнительной. Ребята, не забываем подписаться на наш канал. Будет чуть позже полный обзор этого отеля. Всем добра, будьте здоровы, приезжайте на море.